Благая весть. Благая весть, кто понесет ее уставшим и страдавшимся калекам. Земля иссохшая, к тебе иду дождем. Из уст моих потоком льются реки. Господь послал, я ученик Христа, с его ключом к домам, квартирам, душам. И для меня особый путь настал. Да слушают имеющие уши благая весть, тревожные звонки и крушение льда, засев по целине. Вам, проповедники, готовятся венки, что подтверждается Писанием вполне, что подтверждается Писанием вполне. Звонок тревожный, слышатся шаги, нас через дверь разглядывает кто-то. Воскресший пастырь, разломай замки, а дальше все расписано по нотам. Приветствую с улыбкой и кивком газетный листик к истине крещения, передаю принявшему потом хотя бы вкратце, где идет учение. Благая весть, тревожные звонки и крушение льда, засев по целине. Вам, проповедники, готовятся венки, и что подтверждается Писанием вполне, что подтверждается Писанием вполне. Не все, конечно, распахнули двери, кто осторожен, не откроет нам. Для многих мы разбойники и звери, квартиру обобрать их карман. Иная расторопная старушка, прообраз суховее прошлых лет, через глазок фиксирует на мушку, целуя многократно партбилет. Благая весть, тревожные звонки и крушение льда, засев по целине. Вам, проповедники, готовятся венки, что подтверждается Писанием вполне, что подтверждается Писанием вполне. И ради них ступени стирая, выискивая зерна и крупицы, трубу кустам и направление краю. По маршам лестничным взлетая легкой птицей, же православное болото, женский дух, одетый в срам мужское одеяние, молитвой про себя и даже вслух срываем крепости божественным писанием. Благая весть, тревожные звонки и крушение льда, засев по целине. Вам, проповедники, готовятся венки, что подтверждается Писанием вполне, что подтверждается Писанием вполне.